Всех приветствую на канале Helping Animals. Блохастого щенка оставили в приюте в коробке из-под хлопьев. Это маленькое пушистое чудо попало в приют города Риверсайд, США. Собачку принесли в маленькой коробке из-под хлопьев, куда она еле помещалась. Персонал приюта впервые встретился с таким способом переноски животного и заподозрил неладное. Женщина, которая принесла щенка, рассказала персоналу, что подобрала его в парке. Но щенок оказался миксом мальтеза и йоркширского терьера. И сотрудники слабо ей поверили. Возможно, она была хозяйкой малышки и просто захотела от нее избавиться. Миловидная кроха была в неважном состоянии. Волонтеры обнаружили, что вся ее шерсть сплошь покрыта блохами, и начали срочное лечение. Собачку назвали созвучно с названием хлопьев, в коробке из-под которых ее принесли, Разбери. После лечения от блох, Разбери повеселела и не переставала радовать персонал приюта, носясь по его коридорам. К счастью, долго жить в приюте малышке не пришлось. Ее фотографию увидела семья Шиц, которая не так давно потеряла любимую собаку. В своем нежном возрасте Разбери успела многое пережить, но сейчас живет в заботе, любви и обрела настоящее собачье счастье. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.